ЛЦ Суперлига, тур 15-й, Газиантеп принимает Бурсаспор. Это, акцентирую ваше внимание, баскетбол. Взял последние 15 домашних игр Газиантеп, последние 15 матчей Бурсаспор. И, значит, просуммировал уже очки, которые Газиантеп заработал дома за последние 15 игр. Просуммировал очки, которые он пропустил дома за последние 15 игр. И таким же образом Бурсаспор. У нас получилось следующее. Газиантеп. Количество домашних игр 15. Количество домашних очков, которые набрал, 1234. Количество пропущенных голов очков дома 1184. Количество побед. Так, Газиантеп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 побед. Бурсаспор. Количество гостевых игр 15. Гостевых очков 1211. Количество пропущенных очков дома 1014. Количество побед Бурсаспор 1, 2, 3, 4. 4. Итак, прогнозируем Газиантеп, Бурсаспор. Получается, на победу Газиантеп 85%, на победу Бурсаспора 85%. Тотал, средняя вероятность 81,77. На индивидуальные тоталы хозяев 41,13%, 37,46%. Индивидуальный тотал гостей 40,39%. Средняя и высокая вероятность. Итак, мы видим то, что по тоталам 81,77% разница между Газиантепом и Бурсаспором. Но на победу у них, у обоих, высокая вероятность. Поэтому здесь я возьму разницу по тоталам и воспользуюсь как ставкой. 81,77, разница в 4 очка. То есть я тогда сделаю вот такую ставку. Ставка 10 тысяч принята на Бурсаспор. Фора на Бурсаспор плюс 6,5 очков с коэффициентом 1,70. Возможный выигрыш 17 тысяч рублей.